Вова, что это за херня? Чего? Что это за херня, Вова? Что это? Да это похоже, что... Какая лестница, Вова, что это? Не, Вова, стой, подойди сюда. Ты точно плотник? Ты уж извини, что мы его спровоцировали, и он это, крышу сломал. Да я починю, я плотником был. Ты Боб-строитель? Точно. По-моему, ты... Стоп, что ты в своей учаге делал, когда на плотника учился? Ничего не делал. В смысле ничего? Да, Вова, что это? Объясни. Отсюда такое, да, пафосные строения такие. Не-не, еще не настолько пафосные. Вот, теперь это пафосные строения, Вован, ты это видишь? А с другой стороны, они такие, оп! Еще вот это, вот, вот что это такое, Вова, скажи. Это лестница. Это... Дровосек, блядь. Летает с топором, сын. Стой, смотри на меня, как я ногами перебираю возле. Иисус полетел, блядь. Так, Вова, что нам делать? А, ну, типа, надо сделать лестницу, надо делать ее. Ну, давай доделаем лестницу, как мы ее будем доделать, а? Ну, в принципе, вот так вот уже что-то неплохое выходит, да? Но я думаю, нам кое-что не помешает. Блять, Вова, что это за хуйня? Я не понимаю. Как, вот, вот смысл сюда входить, вот такая. Идешь ты такой по лестнице, по лестничной клетке, да? И что, вот тут дверь, что ли, да, блядь? Да. Да тем более, если тут будет стоять дверь, то как мы сюда пройдем? Такой чё? Залупа. Дорогая, я дома. Заткнись и убирайся отсюда. Давай переделывай. Немножко... Что это за говно? Немножко не продумано. Не продумано. Немножко. Не немножко, это я. Уровень построек. Микит умер от количества говна в сердце. Смотри. О, что это такое? Что это за коробка? Для хомячков. А, лестничная ну и... клетка. А, ну ты индеец, ну ты молодец. Все, готово, можно анимировать? Все, пошли. Может, анимировать идем, нет? Анимировать? Да, ну вот, все, дверь поставлена, все. Так. Это чисто, знаешь, русские дороги такие. И... Тут пусто. Тьма сгущается, Вова. Тьма сгущается. Что ты там бормочешь? Что ты там бормочешь, дядя? Ты где? Давай я тебе посвечу. Давай. О, бля! Сейчас. Так вот, посвечу. Да мы как бабы-строители, давай. А, ну вообще, молодчик. Молодец, слушай, вообще такой... Неплохой парень такой, да? Стоит, строит, ну молодец. Бам, одной ударил одной ручкой. Давай второй ручкой, оп, упал, вот молодец. Давай, вот в жизни бы так. Ну шо, Вова, давай, оп. Опа, оть молодец, оть поставил, ой, какой молодчина-то, ой. Неправильно, блядь, халтуришь, Петрович. Чтобы до земли было. Топ строителей в мире, оть поставил, вот молодец какой, ой, вот, ну, блядь, ну самородок же, вот. Ой, нет, я что-то... Что-то погорячился с высказыванием. Ага, и проход просто в никуда, блядь. В пустоту. Вот так вот как-то, блядь, все и происходит. Я дома. Заткнись и убирайся отсюда. Вот смотри, Вова, что это такое? Это, я понял, это визоры. Смотри. Стой, отойди. Тут так темно, знаешь, улица. Темно, а тут так...
и стало светло сразу с факелом. Я просто X-ray такой появился сквозь тьму. А теперь коротко о том, как мы снимаем сериалы. Иди сюда, давай, мы типа два выживших такие. Морис, Морис. Морис. Чё да, блядь, хрезда. Что делать будем, что делать будем? Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Что ты хочешь, чтобы мы сделали? Морис, смотри, там зомби, там зомби. Где? Да, блядь, включи, это импровизация, кусок ты говна. Давай, вижу, все, увидел, я увидел. Увидел, да? Да, вон там. Да нихуя там нет, наебало тебе. Морис, расскажите, каково вам работать плотником столь долгие годы? Мне нравится. $15 в час. Ой, нет, 20. А, то есть вы не только плотником подрабатываете? Ну, нормально. Да. Смотрите, вот, пожалуйста, полностью под ключ заселение. Все готово. Простите, но что это за московская коммуналка? Ну как, это квартира полноценная, трехкомнатная. А где? Я только тут прихожую вижу. Перегородки просто еще не поставили. Две перегородки ставим, и все. Между ними. А простите, а что это? Кирпичные стенки и тут это, кирпичи не наложили. Что это такое? Это. Ну, еще надо будет зашпаклевать. Так стоп, просто вы уже продаете совсем квартиры, но вы их не доделали или что? Или это стиль такой? Стиль, да. Постапокалиптический стиль. Стиль-утиль, блять. А простите, а что будет, если вот. Ой, блять, это что? А это соседская комната. Комната соседа. А почему тут стены нет? Так соседская еще не готова. Вот это готово, Антон, нет. А где кухня, ванная там? На улице. Блять, что? Погодите. Мы еще не все обсудили. А почему тут стекла не до конца поставлены? Они открыты. Видите? Вот, они открыты. Раздвижное стекло. Японский стиль. В смысле японский стиль? И что тут японского? То, что стекла разъебаны наполовину? Не, они просто как вот, типа выдвижные, они туда задвинулись вправо. В стену. В паз. Ну-ка. Чё-то вы меня наебать пытаетесь, нет? Нет. Так, Морис, куда это мы пришли? Где это мы? Это комната. Соседская комната. А вот это что? Вот это? Почему тут дверь стоит одна такая? Просто поставили, чтобы стояло. Не пылилось. Чего, блядь? Ну, она, чтобы на складе не лежала. Понимаешь? А это что? Это раздвижные двери, которые ушли, блядь, наискосок, да? По диагонали? Или что это? Да, это просто одна влево, пас, и другая вправо. Тут каждый дизайн, он индивидуальный. Хозяин вправе выбирать. Сам. Что-то вы кого-то наебываете, нет, ребят? Нет. Вот видишь, открытая лестничная клетка. Заходи, кто хочет, блядь, бери, что хочешь. Да, можно. А что у вас вот делает вот здесь вот это вот? Что вот это такое, Морис? Что это? Где? А, вот, здесь? Да. Это хранилище. Чердачное хранилище. Хранилище чего? Хранилище вещей. Какие, где тут вещи? Где, что ты тут видишь из вещей? Пока нету, но хозяева, когда приедут, тут уже все будет. В смысле хранилище? Что тебе, Майнкрафт, что ли? Коробки всякие там. А что вот это такое? Это чтобы проветривалось, да, окно? Да, скворбречник. Что, блядь? Скворбречник.
какой нахер скварбречник? Мне просто кажется, что мы деньги просто впустую потратили. Бюджет страны, блять. У нас и так кризис в нашей России. Так вы еще какую-то хуйню строите. Это не хуйня, это архитектурное произведение искусства. You're in my mind.